Предлагаю вашему вниманию блюдо, которое придется по вкусу всей семье и не доставит хлопот в приготовлении. Берем 500 грамм куриного филе и нарезаем кусочками. Лук нарезать полукольцами. Затем взять один кабачок и нарезать кубиками. Также берем одну морковь и нарезаем кольцами. Картошку нарезаем кубиками. По весу у меня 700 грамм картошки. Теперь соедините все нарезанные овощи. Можно также добавить замороженный горох и зеленую спаржу. Еще про чеснок забыла. У меня 3 нарезанные головки. Солим, перчим. В общем, добавляйте те приправы, которые любите. Я кроме соли и перца еще добавила паприку и итальянские травы. К овощам добавить 2-3 столовые ложки томатной пасты или томатного соуса. И заливаем водой. Я взяла 300 мл. Все тщательно перемешать и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут. Прошло 40 минут, запах по всей кухне. Обязательно приготовьте, порадуйте близких. Рагу можно приготовить с любым мясом и овощами. А когда рагу настоится, оно станет еще вкуснее. Желаю приятного аппетита и успехов на кухне. До встречи в новых видео!